Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я расскажу, где взять покрышки со штампами для своей машины подешевле. То есть это у нас, посмотрю, Камовский завод. Вот такие вот классные покрышки, 205, 70, 15 радиус. Завод, еще раз скажу, Кама. Скажу маленькую историю. Есть вот эти всякие шинные центры, да, но там... Зиму лучше брать, вот сейчас мы взяли в августе, лучше летом, потому что в сентябре, октябре будут они дороже, все эти покрышки, зима. И что мы сделали, вот обратите внимание, в шинный центр обратились, нашли цены вот эти все подешевле. Ну что мы здесь видим, взяли кардиан 205-70 на 15 и диски, которые стоят 1900, плюс отдельная работа, соски, вот эти монтаж, балансировка, чтобы сразу они были в сборе. Чтобы летние снять и зимние поставить. И что вы посмотрите, цена получилась, ну, грубо говоря, все это вместе посчитать, это получается 25-26 тысяч рублей получилась цена. Ну, смотрите, в этих центрах мы договорились, вот сегодня, например, беру покрышки на свою Ниву Тревел. Мы договорились сегодня с ними на утро, потому что у нас по времени ограничено. И что оказывается, вот предоплату 1000 рублей мы оставили. Ничего, они с утра говорят, мы не знаем, покрышки не приехали, когда будет неизвестно. Я сказал, тогда я забираю предоплату. И что лучше сделать? А в шинных центрах все дороже, 100%. Там нету наших российских брендов дешевых, как Кама, как Баргузин. Вот эти колеса, вот еще раз скажу, завод Кама пускает, это обалденные. Хорошие колеса, Марк, смотрите, вот такие вот, зимние, с шипами. Что хочу сказать, поддержать российского производителя, и вообще у меня покрышки камовские покрышки, 7 лет отслужили, отъездили. На рынке я взял, если не ошибаюсь, 3300, одна покрышка, 1700 штамп, и в подарок балансировка, монтаж, вот эта балансировка, одеть их, отбалансировать вот эти соски, все было в подарок. Здесь за это взяли бы 820 рублей. И получается, сэкономил я. Плюс вначале они сказали 21, все вместе, там соски 21 тысяча, плюс балансировка, все в подарок. И я взял вот это все за 20 тысяч. Экономия чистых денег получается 6 тысяч рублей я сэкономил. То есть мой совет на личном опыте, берите все на шинных рынках, на автомобильных рынках, там реально дешевле, можно договориться, можно посмотреть, и все сразу есть у них в наличии, зима и лето, не надо ничего ждать. А в шинных центрах, во-первых, все намного дороже, так еще проблемы не привозят вовремя. То есть вот так вот сэкономить, езжайте на автомобильные рынки. Там не дорого, там наоборот все дешевле. Вы сэкономите 6 тысяч рублей. Вы на покупку вот зимы, вы точно 100% сэкономите. Итак, на сегодня все. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.